Всем привет, с вами Пират, продолжаем играть Террарию. Я записываю еще сразу же после той серии, где мы добыли себе некроброню. И сейчас мы пойдем в ад. Ага, я забыл выложить кости. Сейчас мы пойдем в ад, да. Можно вопрос? Что случилось? О! Так, это на кнопочку В вы можете вот такую непонятную штуковину творить. Я ничего не понимаю. Ага, все отлично, все пошло отлично. Мы продолжаем копать. И сейчас кто-то может начать тонуть. Фух. Вот так вот. Вниз, 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 вниз. Давай, вниз быстрее. Ага. Вниз. Копаем мы вниз. Вниз, 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 вниз. Я тут стих придумал. Только... Нет, не буду его рассказывать. Ха-ха. Ха-ха. Теперь думайте, что за стих. Троллинг от пирата. Блин. В аду нам надо руду. Думаете, надо нам руду адскую? По-моему, нет. Броню ж мы с нее делать не будем. Только если лук, в принципе, и больше ничего. Так, вот тут мы падаем. Ах ты тупой слизень. Еще и пиранья тут. Так, падаем, падаем, падаем. Это что такое? Так, что у нас тут есть? А ничего у нас тут хорошего нету. Чё, попробуем стену плоти в этой серии завалить? И неужели это хардмод будет у нас скоро? Блин, как же долго я к нему шел. Как ты тут вообще застряла? Ловушка под водой? Впервые вижу. Не, хотя навряд ли впервые, но... Блин, странно. О, зомби добыли киркой. И когда убиваете киркой зомби, это называется, вы добыли его. Добываем зомби. Зомби-руда. О, нет! Чуть не упали на меня эти двое. Это могло меня убить. Давай быстрее. Если я буду быстрее копать, то вода не успеет заполнять вот эту штуковину, и я бы смог дышать. О, видите? Иногда воздух как-то восстанавливается. Прикольно так, когда я копаю. О, полностью восстановился. Отлично. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Офигеть! Вот это воды тут. Довольно-таки много. Ой, я нажал X. Что делает X? А по-моему ничего. Ха-ха. Блин, а че я X нажал? С go привычка у меня на X говорить. Кому я хотел что-то сказать? Почему? Зачем?
Что здесь происходит? Интересно, мне еще долго копать? Блин, не хочу открывать карту, потому что сейчас вода сюда нападает, если я буду просто ждать. Так что лучше я просто буду копать. Копать, копать. О, уже лава начинается. Так. Ну, блин. Как же я не люблю, когда они мешают. Так, падаем. О, тут будет у нас много обсидиана. Вау, лава не двигается, круто. Вау, что я сделал? Посмотрите, и лава, и вода не течет. Ха-ха. Ха. И что сейчас будет? Я не хочу, чтобы меня тут закрыло этой штуковиной. Эй, не надо. Не надо. Я хочу, чтобы вода шла со мной. А хотя, возможно, даже к лучшему, что вода там закроется. Она вообще зависла, походу. Смотрите на карту. Там ничего просто не происходит. Ничего, ничего не происходит с этой водой. Стоп. Вы видели, что у меня там показывается? Такое, как когда вода, такое и лава. Давай, 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 чувак. Ой, чувиха, копай, копай, лава за тобой гонится. Давай, давай. Ох ты ж, ё-моё. Давай, давай. А какого фига? What? Что произошло? Почему? Кто воду остановил? Почему? Почему вода остановилась? Я не понял. Вы должны были ее где-то вот здесь остановить. Так, мне надо какие-нибудь блоки. Так, мне надо быть тут. Вот так вот. Отлично. Блин, и теперь мне через весь этот обсидиан копать, да? Понял. Ладно, пошли. Все получится. Прикольно. Еще и обсидиана пособираем. Но это было странно, если честно, лава пришла, непонятно откуда. Диамонды нашли. Даймонд. Даймонд. Что? Подождите. Не. Не. Как мне писали? Как же вы мне писали? Не. Диамонд, это я так говорю, да? А даймонд, это так надо, или как там. Блин, какая разница? Мне нравится говорить диамант, алмаз. А, ладно. Даймонд. Даймонд. Ну дай мне монт. Хотя я не знаю, что это значит, ну да ладно. Уйди, скелетушка. Ой. А, скелет, да, скелет. Я думал, это зомби, но это скелет. Да я сейчас умру. Ну, долго еще. Тут чуток. Я уже чувствую прям, что тут чуток осталось. Так что давай, быстрее. Копай, копай, копай. Копай, 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 копай. О, у нас проблема. Снова. Снова. И снова копать.
Алмазики, 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 алмазики. Жаль, они тут не очень сильно важны. О, смотрите, это кто у нас? Ты что такое? О, я костями в нее бросаю. Костями можно бросаться. Ха-ха, прикольно. Интересно, а че с нее ничего не выпало? Блин, а я так хотел, чтобы с нее что-нибудь выпало прикольное. Инвентарь у меня аж открытый, да? Ну, типа есть свободные слоты. И ничего не выпало. Эй, кто там прыгает? Прикольно. Смотрите, как прыгает, ко мне хочет. Но я про эту внизу штуковину. Так. Вот так вот и вниз. Понеслась. Понеслась, 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 понеслась. О, так тут мы много этого добудем. Как оно называется? Обсидиана. Спокойно. Я уже 70 добыл. Сам того не подозревая, просто вниз копая, да? О нет, я еще умру. Мы сейчас умрем. Глупая рыба, вот зря ты на меня лезешь. Это было прикольно, как я костями только что бросался в эту штуковину, которая на нас там. Я вообще подумал, это NPC какой-то, но нет, это, блин. О, вода не пропускает их удары, ха-ха. О, я урона я им вообще почти не наношу. Ну, очень-очень слабо наношу. И добро пожаловать в ад. Да? Огненных вот этих огненными стрелами, да? Вообще, красавчик. Красавчик. Я надеюсь. О, это им наносит еще дополнительный урон. Так, ну что ж, у нас есть Love Control of Gravity. Нет. Лава иммунитет. Я использовал, да? Все, понеслась. Копаем. Мы с тобой копаем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Хеллстоуна. Давайте хотя бы себе кирку сделаем с хеллстоуном. И лук. У меня должны быть все луки в игре. Нет, это слишком сложно. Зачем я это сказал? Не надо мне все луки в игре. Зачем они мне? Да? Не надо просить, чтобы я все собрал. Это слишком, слишком долго будет. Ауч. Так, это забрали. Тут где-то есть у нас. Вот тут внизу. Так, нормально, руды, да? Добываем, добываем, добываем. Блин, как она светится. Тут все так ярко. В других, например, в этих пещерах, там вообще темно, ничего не видно. Все черное. А тут наоборот, блин, все красное. Все так светится сильно. Прям как будто я не в террарии какой-то. Это значит, это хорошо. Смена локации такая. Так, 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 так. Я так понял, что ту штуку, которая мне, да, дает как будто как в воде, когда я дыхаю. Когда у меня лава появляется, то вот этот аксессуар, да? О,
Большой-большой червяк. Хеллстоуны, хеллстоуны, хеллстоуны. Я добываю, добываю. Давай, давай, давай. 2 минуты осталось нам тут находиться. И тогда наш скафандр сломается. Кстати, так в фильмах всегда, да? У тебя осталось 2 минуты, выбирайся. Быстрее. Сколько я их уже добыл? 122 руды. Ну, это не так много. Это... Сколько там? Как минимум 4 надо, да? Приблизительно на один вот этот, на один блок. Хватит по мне стрелять. То я обижусь. И убегу от тебя. Я же говорил. А эти АСХ блоки, по-моему, можно обогатителем же, да? В общем, перерабатывать. Если да, то это круто. Я их здесь наберу довольно-таки много. 40 секунд. А, даже если закончится, я не успею умереть. Я успею найти это в себя в инвентаре еще и добыть. Ой, использовать зелье. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. 27 секунд. Пятнадцать секунд. Надо выбираться. У нас всего осталось 15 секунд. О, я застрял. Я застрял. Все. Зелье закончилось. Следующая порция и понеслась. Так, а куда я вообще иду? Просто куда-то мы идем. Хеллстоун. Хеллстоун, давай, давай, давай. Мне надо максимальное количество хеллстоунов за минимальное количество времени добыть. Так что... Работаем. Да постойте, у нас же есть вот тут-то. Блин, так странно, когда камера за персонажем прекращает двигаться. То есть персонаж ниже центра камеры. Сейчас я вот тут, а должен быть в центре. Вот так вот. Три минуты осталось. Так. Сколько? О, это уже получше. Это, возможно, мне хватит. За один раз пришел в ад и сразу же добыл то, что мне надо. Ну, достаточное количество. Water Walking. А на лаву это работает? О, смотрите, куда мы можем зайти. Давай, 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 давай. Так, 2 минуты. 2 minutes. Go, go, go. О, адская печь. Точно, она же мне тоже нужна. Забираем, чтоб не забыть. Если бы я ее сейчас не увидел, это было бы печально. Я бы забыл совсем, что ее нам надо.
Давай, давай, давай. Быстрее. У нас не так много времени. Хеллстоуны. Ой, я ж умираю от того, что я с ними прикасаюсь, да? Окей, вот этого я не знал. Ну как, знал, но, блин, я не думал, что оно работает, когда на мне это зелье. Или от чего я горел только что? Нет, вроде как я сейчас не горю. Странно. Очень-очень странно. И чего-то другого, наверное. Ой, осталось-то всего 10 секунд. 6. Так вот и go home. Все, мы дома. Так, печь. Пускай тут валяется. О, Hellstone Bar. Отлично. А что нам там надо на Obsidian Skull? Окей, сделаем его. Он, по-моему, нужен для этого. 50 слитков? Отлично. Для обсидианового щита. А у нас тут есть вот этот щиток кобальтовый. Давайте попробуем скрафтить. Если я хорошо помню. Может, я и ошибаюсь. Нет, смотрите, обсидианный щит. Ха-ха-ха, я же говорил. Говорил. Ого! О, отлично. П. И... Это И? Да. И R. Где она? И последняя буковка. Блин. Я могу это поставить где-то. Сейчас, давайте все по очереди, да? Обсидиановый щит я скрафтил, значит, пока что. Хотя я в лаву не собираюсь падать, но это отличная против стеноплоти защита, так что лучше я ее оставлю. Вилайф кристалл и эти огненные цветочки, это классно. Еще надо одну букву. Я просто не могу. Не хочет мне игра дать. Купить себе, сделать себе последнюю буковку. Вот, сейчас я бы снова телепортировался, если бы и не поменял. Пират. Так. Что там нам... Я хотел лук скрафтить. О, давайте посмотрим. Что же нам дает броня вот эта? Она дает нам ничего не дает. Только сет, наверное, что-то дает. 35 урона. 35 урона. Офигеть, просто новый лук, это супер. Это просто офигенский лук. Кирка новая. А старую можно, в принципе, и продать. Где она? Лук. Ну ладно, лук старый не продам. Я не помню, старые я свои луки, что я с ними сделал-то. Так, у меня закончились. Так, мне надо обсидиан. Он у меня по-любому где-то должен быть. Я помню, я дам. Офигеть, вот это у меня его и есть. Ну-ка. Понял. А где? А, это не работает. Печалька. Это работает. Это работает.
Так. А это, походу, только на адской, да, печи можно? Сделать себе хелстоун бары. Вот так как-то. Этого будет достаточно. Ладно, постойте. Импстав, броню делать не буду, кирку я сделал, топор. 21, 60, 100. А тут... О! Все-таки можно сделать. Вот это... Гольд, ори, это хорошо. И вот это тогда. Отлично. Иди сюда. Держи. Так, а патроны я не могу себе сделать. Сноубол. Нет, только стрелы. Я думал, патроны смогу где-то улучшить на какие-нибудь. Но нет, к сожалению, нет. Имп у нас есть черепашка. У нас тут полно друзей. Черепашка Бобби, если вы не забыли. Так, что еще? Ага, надо все квикстакнуть. Квикстак. Хеллстоун. Обсидиан. Лук мой. Куда я его могу поставить? Я, по-моему, выбрасывал свои старые луки. Ну, начнем зато от этого коллекционировать и дальше. Так, еще мне надо немножечко... Вот. А хотя давайте вот это сразу возьмем. Так. П. Это Т. Нельзя ближе. Куда я ее взял? Где она? А, вот она. П. Рад. Блин. Вот так вот. Вот так вот, кстати, хватило как раз. Ха-ха, круто. Я случайно. Давай, ставься. Ставься, я сказал. Ставься. Вот так вот. Чтобы знали, кто здесь живет. Так, имп есть. Сердечко зачем-то есть. Паутинку я что-то не квикстак. Ну, давайте ее тоже. Квикстак. Это что? Arrow Speed, окей, это нужно. Это мне с собой сейчас не надо. Это пускай будет. Аж блоки, вообще не знаю, зачем они мне. Пускай тут валяются. Зачем мне с собой эту стенку? Ее нужно сюда куда-то. Нет, сюда? Нет, сюда. Вот тут пускай валяется. Так, став им патрончики жизни. Это все еда, отлично. Эликсиры, Life Crystal. Не знаю, зачем он мне тут, пускай валяется. Так, мудблоки. Муд. Так мне нравится их. Вот кости-то я зачем с собой таскаю? Их сюда кинем. Вдруг на что-то нужны будут когда-нибудь, возможно. Так, и по-моему Frost Arrow это не стреляет, да? Кстати, вот так вот. Quick Stack. Что ж, идем попробуем стену плоти по-быстрому убить. У нас есть еще немножко времени. Если успеем, то будет замечательно. По-моему, мы все сделали, да, до хардмода. Эти я не посмотрел, что я там взял. Че, попробуем. Пытка не пытка. Главное не разбиться. Вот что. Опа. Стрельба.
Окей. И чё, тут все время вода будет? Да ну, не издевайтесь с меня. Давай, 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 вниз, вниз, вниз. Мне надо какие-то блоки. Заделал? Все, вода не будет идти, да? Мне надо будет... Вау! Вот это да! Вот это повезло! Все, нам надо делать дорогу для битвы со стеной плоти. А да, нам еще дорогу делать, поэтому даже не знаю, хватит ли этой серии. Да, ну, хватит. Как же это бесит, когда они мешают тебе делать то, что ты хочешь. Отлично. Так. Главное, зеркальце сейчас не использовать, как я могу. Так вот. Вот так вот. Блин. Так. Убей, убей. Блин, столкнет же меня. Фух. Да ё-моё, дайте мне построить дорогу. Это будет долго. Это будет очень долго. Короче, сносим эту штуковину. На чем я стою? Опа, кукла. То, что надо. То, что и надо было. Строим, строим дальше. Давай, 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 быстрее. Тут, кстати, все отлично. У нас быстро строится-то. Вау. Какие мне факелы? Ты чё? Ты что-то путаешь? Ставь давай, нормально. Так. Вау, как это вообще произошло, я без понятия. Фух, так, что делать будем? Ой, глупые монстры. Так, не то немножечко.
Сломай ты это все. Да нам тут не надо. Окей. Так, отлично. Так, в это могут попадать патроны, так что это тоже забираем. Давай, давай, давай. Ну это уже, да, серия длинная, да? Побольше будет той, что я записал перед этой. Так что не знаю. Не успеем мы, наверное, стену плоти сейчас завалить. О, смотрите, какой сундучок. А это что такое? Вау. Забираем все. Темная линза. Ого. Ого. Класс. Класс, ребят. Классное копье. О, класс. Нашел какие-то себе зельки. Только сейчас умру, да? Что ж, давайте на этом завершим. С вами был Пират. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!